пьяные. Чистоту соблюдать в квартире с 15 собаками. Элементарно. Соблюдать чистоту можно при любом количестве собак. И можно засрать их квартиру, даже не имея ни одной собаки, согласитесь. Вы зайдите вот на 4-й этаж. Зайдите. Там нет ни кошки, ни собаки. Вы зайдите. Ну так там ханыги живут. Ну вот. А у меня 15 собак, но у меня чисто. Ко мне приходил кто-нибудь из вас? А почему вы голословно говорите? Вы придите ко мне. Приходили и видели. Кто? В свое время. Не буду говорить. Ну пойдемте, я же вас приглашала. Пойдемте ко мне в квартиру, прям нежданчиком. Я вас в квартиру. Вот, пусти людей в квартиру. Да запросто. Пусти. Да запросто. Пойдемте, пусть они идут. Я мы сзади. Мы да пойдемте. Только мне интересно. Нет. Там ни обоев, там ни линолеума, там ничего нет. А вы на ту сторону посмотрите. Я была. Когда? Я была. Когда у меня ремонт шел, может. Тамара Ивановна, это ее личное.